Всем привет, я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Почти 4% белорусов владеют криптовалютой, а если быть точным, 3,73%, это примерно 350 тысяч человек. В рейтинге стран, население которых пользуется криптовалютой, Беларусь занимает 18 место, а возглавляет топ Украина. В Беларуси появился еще один памятник картофелю. Забавную композицию установили в Витебской области. Она состоит из фигуры картофеля, в ногах у которой тоже стоит мешок с картошкой. Корнеплод при этом не остался безымянным, его прозвали Антошкой. Местные очень любят фотографироваться с ним, жать руку и даже целовать. Задержали минчанина, который более 30 раз звонил в милицию и грозился бросить гранату. При этом он ругался на сотрудников матом. Задержали его у него же дома. Он сказал, что он выпил примерно 2 литра пива, но от освидетельствования отказался. Заведено уголовное дело за ложное сообщение об опасности.